хлебопреломление на вечерней молитве нашей. Слава Богу! Аллилуйя! Слава Иисусу Христу! Сегодня совершим причастие, хлебопреломление, Евхаристию Божественную во имя Господа Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь! Боже всемогущий, благодарю Тебя за все, Господь, и благоставляю великое имя Твое. Благословен Бог наш, Царь наш, Владыка наш. Возьмите себе тоже, налейте сока немного, возьмите хлеба. Нет сока, вина, то возьмите просто воды даже и хлеба. Неважно какого даже хлеба. Потому что причастие совершается в первую очередь даже не ртом нашим или желудком. Нет, совершается нашим сердцем. Это причастие совершается нашим умом и нашим сердцем, нашей душой. То, что входит в нас, оно не может нас осквернить или тем более значит, осветить. Но то, что исходит из нас, это, вот это драгоценно, это важно. И сейчас в этом хлебопреломлении, причастии, давайте помолимся. Один брат, кстати, написал даже мне, что он взял компота и хлеба вот, и участвовал в служении. Говорю, слава Богу, конечно. Вот давайте таким образом причастие совершим. Вот на служении у нас, так вообще у нас все причащаются, все, кто верует в Иисуса Христа как своего личного Господа, Бога, Спасителя, вот исповедуют эту веру, принимают, да. Вячеслав, вот я здесь с вами, слава Богу, Вячеслав, тоже вновь принимайте причастие тела и крови Иисуса Христа, таинство. Вот, каждодневно, даже если нет физической возможности причастия совершать, возьмите просто даже вот хлеба и воды, возьмите, и причастие сделайте. Слава Богу. Но вода только. Да, слава Богу, да. Я тоже водой совершал причастие в эти дни. Сейчас у меня вот возможность есть, такая уже сок уже есть. А так, значит, вода и хлеб, и все. Совершал причастие. Вот. И самое-то главное, даже когда у нас нет вещества никакого, казалось бы, да, причастия. Наше причастие – это размышление о теле и крови. Если будете в воскресенье, мы подъедем к вам на служение. Очень хочет. Да, слава Богу, приезжайте обязательно в воскресенье. В это воскресенье, получается, да, с 9 утра у нас служение до 12. Станция метро Кловская, улица Первомайского, 6. Вот, вход через проходную, не стесняйтесь, заходите через проходную и лифтом поднимайтесь на 4 этаж и попадайте к нам в служение. В это служение будет, благочинного не будет нашего, к сожалению, он будет на работе. Уже был, да, слава Богу, да. Вот, значит, благочинный на работе будет в воскресенье, в это как раз смена его, к сожалению, так вот попала. Но зато будет отец Виктор с нами, из Черкасской области приедет, он будет делиться словом, учением. И будет отец Максим, слава Богу. Вот, ну и я, ваш покорный слуга, буду, значит, буду тоже делиться словом Божьим, свидетельством, вместе помолимся. Благословен Господь Бог наш, Царь Вселенной, возлюбивший мир и отдавший Сына Своего за нас, благословен Бог наш, всегда, ныне, присно, во веки веков. Аллилуйя, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Царю небесный, утешителю души истины, Ты, что везде пребываешь и все собой наполняешь, сокровищница благ и жизни подателю, Ты пришел и вселился в нас и очистил нас от всякой скверны, и Ты спас благой души наши. Аллилуйя, аллилуйя. Благодарю Тебя, Господь Святой, Боже, за тело и кровь Твои святые. Благодарю Тебя за таинство это великое, хлебопреломление, Евхаристия, причастие тела и крови Твоих. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе и хвала, Господь. За Голгофу, за кровь. Я Тебя благодарю за воскресение Твое, за победу Твою, за Голгофу, за кровь.
Я тебя благодарю за воскресенье твое, за победу твою. Благодарю тебя, Отец, благодарю тебя, Иисус, благодарю, о Дух Святой, за все я благодарю, за все я благодарю. Слава тебе, Господь, Боже, Твоя, Твоих тебе приносящим, о всех и за вся. И соверши, Господи, хлеб сей честным телом Христа Твоего. Аминь. А то, что в чаше сей честной кровью Христа Твоего. Аминь. Приложив это Духом Твоим святым. Аминь, аминь, аминь. Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аминь. Аллилуйя! Спасибо, Господи, за все. Боже всемогущий, я благодарю Тебя, Господи, за таинство сие, за тело и кровь Твои. Это истинно есть пища и питье. Это жизнь наша. Благодарю Тебя, что мы тело Твое. В нас Твоя святая кровь. Мы плоть от плоти Твоей, кровь, кость от кости Твоей. Боже, благодарю Тебя, Господь, за сие великое таинство. Христос в нас, упование славы. Самое великое таинство во всей вселенной. Бог всемогущий, поселяющийся в человеческом сердце, делающий нас своим храмом, обителью своей святой. Слава Тебе, Господь! Благодарю Тебя, Боже, и благоставляю великое имя Твое. Благоставляю всех причастников и причастниц с причащением святых тел и крови Господних. Благоставляю во имя Господа Иисуса Христа. И, Боже, и пусть, Господь, Боже, непрестанно, Господь, наше погружение в Тебя, а Твое погружение в нас совершается. Это баптизо, это просолка, пропитка. Мы Тобою, а Ты нами. Спасибо Тебе, Господь Святой, за это таинство Бога-человечества. Таинство Бога-человечества. Слава Тебе, Господь. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым мы спасены, которым спасаемся. Слава Христу Иисусу! Из города Киева, с нашей Киевской архиепископии, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя. Мир всем вам! Дамы и господа, братья и сестры, и еще по скриптум напомню, хочу напоминать всем вам о молитве за собор предстоящий. Молитесь, пожалуйста, о спикерах собора, о участниках собора, о гостях собора.
об устройстве и по возможности принимайте участие финансовое. Российские контакты есть под этим видео, украинские. Наш отец Максим сделал, вот буквально на днях сделал карточку, номер карточки банковской теперь у меня будет. Приват, по-моему, называется карточка. Значит, но неважно, я все подробности узнаю и уже на днях выставлю все это. Вот, чтобы вы могли участвовать в этом служении финансово, таким образом тоже. Хорошо, друзья, пусть Бог благословит. Но самое главное – молитва. Мне очень понравилось слово одно, одного раввина, что там, где мы видим недостачу, там недостаток молитвы. Или же отсутствие этой молитвы. Хо! И Яков, помните, пишет Яков, апостол, брат наш, он пишет, что не получаете, потому что не просите. Говорит. Очень важно. Слава Господу. О, и сегодня взываем. Аллилуйя. Боже всемогущий. И я снова и снова, паки-паки, прошу Тебя, Господь, за собор предстоящий во имя Иисуса Христа. Благоставляю собор предстоящий во имя Иисуса, всех участников, спикеров, гостей всех во имя Иисуса Христа. Обеспечение все это и финансовое обеспечение этого собора во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь. Аминь. Да, и еще тоже поделюсь, что к собору я хочу издать газету, если получится финансово, то и сборник статей. Ну, по крайней мере, отдельные статьи надо будет издать точно, вот именно газетным вариантом. Поэтому молитесь об этом, хорошо? Ну все, до встречи, с Богом. Ну и, Вячеслав, приезжайте в воскресенье, жду на служение. Мир вам, слава Богу. Аллилуйя.